Чувашском государственном университете имени Ульянова началась студенческая весна. Национальное телевидение стало информационным партнером. Так что все лучшие моменты выступлений можно будет смотреть на нашем канале сразу после новостей по вторникам и пятницам. Команда F3 выступит уже в этот четверг, 15 марта, а последняя сборная трех факультетов 9 апреля. Лучшие номера попадут в гала-концерт, который состоится 12 апреля. Наш канал покажет не только самые интересные моменты выступлений команд, но и закулисье главного студенческого фестиваля.